Многие знают, когда отмечается День матери, а вот праздник пап менее известен. 17 октября в России впервые официально отметят День отца. В некоторых российских регионах уже много лет в честь пап устраивают различные семейные праздники, конкурсы отцовского мастерства и награждение пап, которые достойно воспитывают своих детей. Мы спросили у саровчан, как они относятся к новому празднику. Можно было бы, в принципе, объединить День отца, День матери. Как объединяют же там День бабушки, День дедушки. Ну, в общем-то, да, надо, чтобы дети помнили и знали, что у них есть папы, что они их любят. Хороший, я думаю, потому что всегда звучит мама, мама, и отец должен звучать. Не все же семьи такие счастливы, где есть мама и папа. Есть и папа. Но если это будет праздник, то дай Бог. Очень хороший день, и этот праздник очень нужный. Недавно передачу смотрела. Отец 5 детей воспитывал, таких грудничков. Это вообще ужас, поэтому День отца нужен. Я считаю, что праздник хороший. Если есть День матери, должен быть и День отца. Я так думаю. Наверное, со мной многие кто согласятся. Сейчас День отца отмечается более чем в 30 странах мира. В России праздник в честь пап впервые прошел в 2014 году в Москве. В городе организовали различные квесты и конкурсы в рамках фестиваля «Папа-фест», идею которого подхватили и другие регионы. Пусть отмечают, что я не против, хорошо. Пусть ничего плохого там нет. Пусть вспоминают про отцов. Наши защитники, мужчины и отцы девочек защищали. Вот у меня отец бывший авиатор. Вот он очень много мне сделал. Хорошего, доброго. В воспитании всегда участвуют двое родителей, но так уж у нас сложилось то, что в основном мать и отец как на работе, и поэтому его роль отошла на второй или даже на третий план, потому что то мама, то бабушка, в основном женщины воспитывают. А это неправильно. Меня вот воспитал отец, и я довольна результатом его, который он в меня вложил. Положительно, наверное. Ну, почему важен такой праздник, как вы считаете? Ну, папа важен в жизни. Вот поэтому. Папа есть папа. Не знаю, конечно, но мне кажется, нужно. Саровчане положительно восприняли новость о новом празднике. По мнению опрошенных, папы играют важную роль в воспитании детей, прикладывая не меньше усилий, чем мамы. Поэтому тоже заслужили свой праздник.